Всем оставаться на своих местах. Тихо. Александр Иванович Шмидт. Здравствуйте. Майор Зимин, Следственный комитет Российской Федерации. Майор Зимин, очень хорошо, что вы зашли к нам в гости. Если вы думаете, что мы не сможем извлечь информацию из мокрого носа, то вы сильно ошибаетесь. А вы кто будете? Мамаева Елена Руслановна, адвокат, представляя интересы господина Шмидта. Вы ознакомитесь с ордером? Конечно. А где бы не ты, налицо процессуальное нарушение. Галина Михайловна, вы что-то плохо выглядите. Алло, скорая. Женщина, 45 лет, подозрение на гипертонический криз. Адрес? Родительская, 15. Зря. Уходим.